Всем привет, ребята! Да, не обращайте внимания, я игрался с Хромакеем. И в общем, как у меня вообще появилась идея к вот в этому? Я, короче, решил посоветоваться, что мне делать и как жить эту жизнь за рыбу. И вот тут ко мне пришла идеальная идея. Посоветоваться с акулой. С кусакой. И он мне сказал, что типа... Можно же отправиться в прошлое. Не обязательно играть в настоящем. В настоящем будущем. И мне эта идея понравилась. Итак, сейчас по запросам акулы мы играем в Fish Feed and Crow Update 0.9.0. Я нашел эту версию. Она более старая. И теперь тут можно расти, расти и расти. Синглплеер. А еще тут у меня стоит выживание, а на самом деле тут нужно смертельный матч. Риф, болото, океан, широкая карта. Риф. Ну давай. В мире морском. В мире морском. Надо бы выбрать рыбу еще. Так. Fish Select. Так. Не понял. Пиранька. Она бывает тут разных видов. В смысле, я не могу. Bonerax Catfish. Да пошли вы знаете куда. Вот тут выбор уже получше. Бибас. Я думаю, Бибас умеет выживать в океане. Ну-ка, я готов. И не надо вылупляться. Блин. Бибас. А, вот, я забыл, как управлять. Он поворачивается туда, куда я поворачиваю курсор. А курсора тут нет, так? Что-то тут опасненько. Так, губочка. Давайте подсосём. Блин. Пожалуй, Да нет, ты не понял, брательник. Пожалуй, я Вот зараза. За зёпу кусить. Я даже укусить никого не могу. Я даже всосать ничего не могу. О, вот сосалась. Так, и это способность банда. Отключить. Теперь мы с вами сами по себе. О, да, наконец-то. Наконец-то мне не будут мешаться. Окей, это было страшно. Вы это видели? Вы это видели? Погоди-ка, у одного из них кровотечение. Да не шучу, я не буду есть своих. Погоди-ка, меня кольнули. Моих брательников убивают. Так, ну-ка. Сейчас порешаем. Вцепиться. Давай. Давайте, ребят, вместе. Вместе, ребята. Ребята, мы же команда. Мы же команда, ребята. Давайте съедим ее вместе. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сколько еды. Уф, уф. А? А нет, вырва... Окей, попробуем еще раз. И меня заспавняло в самом удачном, блин, месте. Так, тыкаем отсюда. Я маленькая рыбка, и я ни в чем не виноват. Пока что. Конечно, пока что. О, привет, рыба-зебра. Да, блин. Выключить. Выключить банду. Опять эта рыба меч покоя не дает. Так, тихо. Спрятаться, как хищник. Ой, ё-моё. Жрать в ответ. Жрать, давай вы...
Окей. Мы учтем это. Я забыл, что я учту. Поэтому я буду мстить кому-нибудь и не учитывать ничего. Ребята, моё, это моё мясо. Моё мясо. Ну дайте мне хоть один кусок. Это твой брат, как тебе не стыдно его есть? Кусить его. Да блин, ребята. Уйдите, ребята. Так. Схватить и побежать. Нет. Вот. Давай. Ешь быстрее. Отобрали. Свиньи. Мы рыбы или животные? Даже если животные, то животные, блин, так себя не ведут. Дают поесть каждому. И особенно тому, кто слабый. Окей, что ж нам делать, дорогие друзья? Напасть, может, на эту огромную... Она на меня сама нападет. Можешь даже не сомневаться. А-а-а, Бибас, плыви. Плыви, Бибас. Какой деликатес. А, блин, меня убьют. Но я должен его взять. Я должен. Это ж кальмарчик. Кальмарчик, привет. Привет. Сквидвард. Животное. Ладно. Отобрало у маленькой, бедненькой рыбки корм. Окей. Тогда будем гнобить больших. Как вам такая идея? Вцепиться. Да. Нет, не цепляйся. Давай. Ешь. Круговое движение всегда спасает. Ешь. Да не меня! Нет, постой! Дядя, не надо! Не надо, дядя! Так, я тут подумал, может, проблема в вебке? Хорошо, давайте тогда играть от первого лица. Вот так вот. Вот так, в принципе, кажется, что я большой. Кажется, что я очень большой. Нет. Что это, блин? Что тут делает металл? Я не хочу есть металл. Сами. Это, конечно, железо важно для организма, но не металл же. Блин, крепко схватил. Но зато мы каким-то фигом заработали 2 монетки. Нормально. Так и до тигровой акулы дорастем. И вообще всех съедим. О, да, кстати. Забыл упомянуть. У каждой рыбы свои характеристики. Вот, например, Бибас не может ни хрена. Как мы поняли. Он не может даже нормально... Он не может даже нормально поесть. Все ему мешают. Что, блин? Я ем что-то. Я что-то ем. Чего? Я жру мячик, и это мне ничего не прибавляет. Понятно. То, что ничего не понятно. Да блин, вот эти вот водоросли, их можно есть? Нет. Они тут для красоты. Еще один Бибас, ну-ка. Иди сюда. Он исчез. Он просто исчез. Вот, семья Бибасов. Погоди-ка, это ж одно и то же место, да? Да, помню эту рыбу, меч.
А давайте попробуем у нее стырить теперь. Сейчас. Сейчас все будет. Алло? Ты где? Я в норе. В какой норе? Тихо. Блин. Но, братья, схватиться за нее. Не отпускай, да не отпускай. Погоди-ка, давай будем работать по системе подсос. Вот так вот. Заберем. И чуть-чуть возьмем. Это серьезно сейчас было, да? Так, ну все, берегись. Моя пасть открыта. Но в следующий раз. Пока, я пошутил. Во, губка. Губка. Вкусная, сочная губка. Ее-то точно никто не отберет. Отлично. Наконец-то я поел чего-то нормального. Но так или иначе, мой уровень не повысился. Так, а красненькое это мои хп, да? Красненькая цифра это мои хп. У меня 19. Это, наверное, трындец как мало. Но мне сойдет. О, посмотрите, кто у нас. Да, ед уже. Двухплавликовая рыба, что? Вылезай от нее. Вылезай. Да, наконец-то я поем. Неужели я поем? Третий уровень. А, как хорошо-то, не достанется ничего вам теперь. Блин, у меня банда включена, банда выключена. Нужно понимать. О, сколько тут вкусного. Иди сюда, моя сладость. Иди сюда. Так, нет. Ну нафиг. Ну нафиг. Я буду следовать за тобой. Я потерял тебя. Я забыл, кто ты. Уже плохая память. И в этом виновата природа. Я буду мстить тебе, природа. Все листья твои поем. Кору пожру. Теперь я караед. Я не рыба. Итак, давайте, наверное, будем заканчивать. А ну иди сюда. Ожидаемо. Па! Я думал, я быстрее. Ну, типа, маленькие рыбки, они всегда быстрее, чем большие, здоровые, неуклюжие. Ну, блин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, в общем-то, пишите комментарий. А лучше попадет в лучший комментарий дня. И пишите, как играть, блин, в эту игру. Как жить жизнь за рыбы. Во, я нашел свою аудиторию. Я нашел свою цель. Здравствуйте, я Бибас, я из компании Арифлейм. Не хотите поговорить о насущных делах? И всем пока. Грёбаный шпрот, лезь ко мне в рот.